Есть девочка, хорошо. Ну, я могу две в двух оставить, да, через монетку одну, потом другую. Ладно. Может быть, я выстрелю. Ну давай. Не, есть два варианта. Вариант один, я разбиваю, убиваю. Вариант два, я достаю ученицу чародея и бью в лицо. Наверное, я разбиваю, убиваю. Привет, Скарлетт. Какими страстными картинками ты нас пугаешь. Я не вижу смысла заставить какой-то другой двойку. Я лучше убью и пофигу. Тут есть элемент агрессии в виде... Ну да, есть элемент агрессии в виде пиробласта и... как вот... Крошера. Да, двух крошеров. И все. В остальном здесь нету никакой агрессии вообще. Поэтому, если можно сильно заагрессивничать вначале, то я это делаю. Если нельзя, я... Пофигу мне на это. Один фаербол, не два. Окей, у меня по грудь пятерка есть. Я даже растерялся, а что ж мне делать вообще? С моей кучей двойка единиц. И одним фулмстрайком. Да нет. Вот это не очень хорошо. Так, и чё я... Ой, могу фаер... Не могу фаер... Могу фаербол. Так себе, да. Видимо, я много-много мелочи сейчас достану. Значит, 2, и у меня остается 5. Раз, два, три. Не хочется его, а что делать? Интересно. Ящик переворачивать, тоже ерунда. Можно просто алхимика просто как 2-2 положить. Доставать его, но это не, очень. Мана Верма можно, или про гнома и девочку. Да, наверное, я так сделаю. Вряд ли он захочет Мана Верма именно убить. А я планирую флеймстрайк сделать уже. Главное, чтобы он ничего очень большого не доставал. Много мелочи, будет здорово. Положи это
Сойдет. Давай еще парочку двоек. Можешь даже убить не или про гнома, я не против. Я тебе... Не очень. Ну, промахнулся, хорошо. Еще раз промахнись по или про гнома. А, не будет. Ну, хорошо, я или про гнома ударю. Цель отмечена, Кристо. Не очень страшно. Давай подпортим их планы. Ну, это неприятная штука. О, хорошо, ладно. Все равно могу это убить. За короля! За честь! За короля лича! И максимум сильная. Ну хватит. Хватит. Ну где я могу перевернуть его, убить? Не очень хорош как сейчас. Тебе понравится мой новый рецепт. Наконец-то! Мне дали второй шанс! Где мои крашеры? Серьезно? Да, печально, но что делать? Мне нужно как-то стол забрать. Попытаться. И сейчас придет мне как раз-таки кроссер. Не сомневайся вообще в этом. Она не на единицу уменьшает обилку, она делает и обилку стоящей единицы. Hellfire? Hellfire. Окей, окей, теперь я не против крошера. Фак! Фак, теперь он мне... Ну ладно. Да, печально, печально. Пускай разменивается. Какая встреча. Что приказали? Огр. Я убиваю его, чтобы он не мог убить обеими картами. Ну, всем то, что у него есть на столе. Не. Да, пора доставать зарабас. У меня еще два крошера, у меня еще есть кракен. У меня есть пирабласт. 4 карты из 13. Большие. Я прав, все тройки, по-моему, еще в колоде. Варген есть точно, есть Скарлет и что-то еще. Что еще у меня есть? У меня водный элементаль у меня еще есть, у меня крошер есть. Много
Окей. Ты же будешь делать тап? Будет делать тап. Ну, не будет. Кракен. Кракен, кракен. Весьма кстати. Теперь точно время делать тап. А как только сделает он тап, жизнь его сразу станет печальной. Как только я найду пиробласт. Потому что у меня нету пиробласта в руке. И не знаю, когда я его достану еще. Угу, быстрее проиграю. Тоже как вариант, да? Вот сейчас бы я встречался уже с 9-9 парнем. Если бы я не убил ее. И я бы уже практически... Ну, нет, может, не проиграл бы, но... Было бы очень плохо. Могло бы. Он так себя доведет до малого количества здоровья. Победа. Игра. Давай тройку одну оставлю. Окей. Отлично, 1, 2, 3. Без поддержки мана Верм. Да, в этой колоде он плох. Ну ладно, я могу достать тебя. На следующий ход я... Пускай он бьется так. Вернее, бьется так, стреляет. Я тоже его добью и Мурлока достану, так что нормально. Не. Гадость. Ну, думаю, за 2015-й, а вот этот вот чудесный дракончик все так же контрит мага. It's so sad. Ну, что делать? Ну, давай тебя я достану. Привет, Хилит. Угу. Да, убей мне его. Да ладно, мне пофигу, мана Верм вообще ничего не делает в этой игре. В этой колоде. Уза. Девочка. Ну ладно.
Делать-то особо и нечего. Я могу, в принципе, два раза ударить ему в лицо. Да, пожалуй. Как он меня накажет? Да не, давай в лицо. Опять же, два крашера. Пиробласт. Угу. Ладно. Да это плохо. Вот как меня он накажет. Достанет вот эту штуку. Три на мой ход 4, на его ход 5. Выстрел микромашинка мне убивается. Вот ее. Иди сюда и сражайся. Окей. Давай. Так не менее жалко, ну, так не жалко ее отдать. That's fine. К сожалению, убить его не могу. Ну, кстати, могу, давай. На следующий ход я как раз хочу сделать шестерку плюс выстрел. Кстати, если он меня не убьет Йети и не будет вообще, ну, то я смогу даже по нему ударить и сделать выстрел ему в лицо. Люблю налеты. Окей. Окей. Я тогда так ударю. Заморозка. Да нет, давай. Отряд! Крайся! Наконец-то! Мне дали второй шанс! Ясно. Ясно. Кого-то, по-моему, переезжает. Угу. Угу. Ясно, понятно. Не, ну я проиграл, чё. Ну что тут сделаешь? Зачем он мне в него стрелял? Мог 4 в лицо. Хрен его знает. Блин, ну да ну его нахрен. Мне вообще бесит эта карта. Серьезно, ну как она вообще... Просто 10-10. Вышел 10-10. Окей. Что сделать-то вообще можно? Хрен что сделаешь. Чё? Вообще, ну давай. Ну ладно, у меня есть... этот... Ну какой-нибудь фаербол, полиморф, что-нибудь такое. Или флеймстрайк, может. Чем может прийти? Давай, мне нужно что-то с топ-деком. Окей. Давай мне флеймстрайк. Пиробласт. Не лезь на кольки. Теперь мне нужен флеймстрайк. Угу. Не, вообще просто вот флеймстрайк, если приходит, у меня это все так здорово.
Не, ну ладно, не так уж здорово, но очень неплохо. Мне не приходит вам страйк. О, как я ненавижу Квалдира. Вообще. Просто вышел, ничего не можешь с ним сделать, и все. Все. Начнется игра. Да походу, Аски, походу. Сейчас Мурлока и этот рыцарь, блин. Его за ногу. Ну я могу его убить. Я, наверное, сделаю так. Мне важно и что-нибудь достать и убрать его, поэтому. Не вздумай выиграть. Слава богу. Диван сел ты мне положишь? А, нет. Просто такой. Ладно. Убить, достать тройку. Ну, убьет я. Тоже его убью. Труселер плохо. Мы должны очистить. Шаттерсан, да, тоже не очень хорошо. Ну ладно, давай, что делать? У тебя неприятности. Можно полиморф отдать. Если не придет мне пятерка. Ну, наверное, да, мне нужно полиморф отдать, потому что Йети он очень просто съедает. Давай. Либо Йети плюс выстрел, либо Огр. Более вероятно, что Огр. Нужно ответить на его. Аски, как ты можешь быть расистом? Ты же болеешь за Спартак. Спартак первый клуб, у кого был Робсон. Okay. Ну, может быть, действительно здесь лучше Йети. Давай. Ну, просто спокойно убирай его. И парня убрать сейчас очень неплохо. Не знаю. Такой нет кричалки. Не, может есть, но что вас, ему помраченных слушать? Эй, детки! Ну, я не протестуемся. На свете решит удариться. Нет, не решит.
ним на свете. Кстати, неплохо очень, да. Отбился. Ну что делать? Искать флеймстрайк. Не будет флеймстрайка, не будет флеймстрайка. Ну давай жарабаса отдадим. 8 урона. Сейчас пойдут опять диван шилды. Я свободна от проклятия. Ясно. Что приказание? Ну, если он все на свете удар разменяется, то ладно, будет размениваться, окей. Кого мне лучше убрать? Тебя? Не, я лучше тебя уберу, потому что он урона много дает. Моя крушить. Угу. 2-1 убрать. Давай лучше тебя. Пожалуй. Потому что, ну, это слабенько. Я лучше таун тогда, когда уже мне будет прям необходимо таун. На 10-й ход она, скорее всего, выйдет. Вместе с двойкой и выстрелом. Сейчас мы Кракена запустим. Чего таращишься? Может, не запустим. Окей. Карбон. Файербол выстрел и все. Раз, два убрать. Да, наверное. И тебя, да, консекрейшн. Ну, мне и так кажется сделать консекрейшн. Да, я его, наверное, оставлю. Ну, хотя... Всех разменяет. Может быть. Не, давай. Мне нужно кого-нибудь еще достать. Да, самое крутое будет достать Служинец Солнца, когда у нее уже ничего не будет. Никаких существ с единицей. Видимо, пока еще будет. Могу убивать. Окей. Вот оно то время и настало. Угу. Видите, даже сейчас уже вроде как бы 10-й ход, и все равно Кракен... Вот есть Fire Emblem? Да когда же ты в жизни его от Fire Emblem не откажешься? Да, только тогда, когда у тебя все вообще замечательно. А здесь вроде и убиваешь просто так, ну, сразу батлкраем целое существо, и все равно отказываешься, потому что он нафиг не нужен. Поэтому Кракен сильно переоценен. О чем, собственно, и речь. Что вот как раз-таки он получит чуть сталкера. 2-3. Тот же Огр делает намного больше. Зачастую. Да, иногда он очень силен. Просто в моменты, когда такая борьба идет равный, очень-очень равный. Тогда Кракен круто выходит. Не поспоришь. Ну, ладно. Ну, я хотел таунт. Вот у меня есть таунт. Ну, что ты будешь делать? Угу. Ну, я не против.
Окей. Так, ну вот теперь, наверное, настало его время. Да может не настало. Да я все равно потеряю. Твоя очередь умирать. 10. Единица долетала. Ну, коли единица долетала, тогда я делаю так. Если бы летал, я бы убил, ведь ударил бы все в лицо. Тоже кракен. Ну, я могу его пиробластом убрать. Ну, кстати, не против. Ну, кстати, может быть, Антона достать и пиробласт... Да, я Антона лучше достану и разменяю так. Ну, потом пиробласт обменяю на фаербол. Что, ладно. Неплохо. Раз, два. Примкни к нам, или умри, справедливость. Нет, я уберу. Справедливость превыше всего. Ну и пофигу. Да, можно было бы. Но нет. Это совсем глупость какая-то была бы. Окей. Ты все равно убива. Хуба-буба. Да начнется игра. Че я хочу? Первый ход, второй ход. Третий ход, либо он, либо она через монетку. Ну давай, может быть, мне еще придет. Flame Cannon, который еще ни разу не приходил. Ну, будет вообще красота. Если он так долго думал о... Ну, о том, чтобы достать вот его сейчас. Может быть. Я практически не сомневаюсь, что мне нужно сделать... А кто мне больше важен? Это я могу на третий ход. Не, второй ход я по-любому... Да, я смогу сделать. Не менее важна девочка. В общем, у меня нету заклинаний, я думаю. Если он так долго думал. Если он, конечно, не отошел.
Если он достанет просто двойку, да, не будет размениваться, то я его накажу. Ага, давай. Это наказание. Причем вполне приличное. 2 существа с единицей. К третьему ходу ему и так-то не очень здорово стрелять. Правда, у меня на третий ход не сильное существо будет. Ну ладно. Была бы змея, было бы вообще все потрясающе. Ворген. Ну хорошо, давай Воргена. Никто не знает, как жаловаться. Никто не жалуется. Ай да молодцы. Зачем вообще жаловаться на стримеров? Ну, показывает, показывает. Не смотри. Интересно. Что там как-то, как-то он что-то это. Угу. Так, что я могу? Ну, наверное, я могу вот так мне нужно делать. Ну, не ясно, что оттуда вылетит, но я надеюсь, что что-то с двумя атаки. Интересно. Да, давай. Теперь у нее есть только тройка. Я же либо достаю пятерку, либо могу сделать 3-4 плюс 2, то есть на 5 ударить. Солидно. Солидно. Нет, скорее всего, двойка просто. Ой, вернее, в смысле, просто пятерка. Интересно. Да, давай. Я пошел по темпу, а ему нужно опять замедлиться. И он достанет четверку. Четверку я спокойно убью. Что же делать? Ну так здорово. Я не помню, кто так делает. Да он даже не хочет мне никого это. Ну, ладно, раз, два и тебя. Ну да, Flame Strike будет плохо, но ничего страшного, я думаю. Потому что я в любом случае, каждый из этих карт, я убил его карту. И Flame Strike это так, сверху только. Пускай школьнички на переменах. Что рассказывай, дорогой чай. Разве плохо? Нет. Это лучше, чем то, чем занимались мы в школе. Я. Да нет, конечно, но ладно.
Ну, хорошо. А, я не могу это убить. Goddammit. Ну, ладно, давай. Сильно. Мне нельзя говорить, что я тоже был школьничком? Нет. Все были мы такими. А ты, Скарлетт, до сих пор. Да помогут мне духи прямо. Ну ладно, я так, наверное, ударю. Да? Угу. Больно. Больно, ну ладно. Я буду терпеть. Ну, не вряд ли. Да мне и этого хватит. Да, давай. Мне и этого хватит, чтобы выиграть. Пофигу. Ага. Ага. Ну, это мне точно не надо, а вот 3-4, ладно, мне это тоже не надо. Я буду искать свои единицы, свои двойки. О, единица, а двоих нет. Ну, ладно. Все, придут с топ-дека. Для зверя, вот. Не очень. Ну что-нибудь, что-нибудь с топ-деком мне. Оп! Оп. Девочка, это хорошо. Есть ли вариант, что я сделаю полиморф на следующий код? Нет. Печально. Неплохо. Неплохо. Ну, я его достану. Нет. Я, кстати, не знаю. Ну, так себе вообще-то. Ну, а что делать? Добью выстрелом. Не, ладно, давай, если что, оставлю для флеймстрайка. Я вот что подумал. Хорошо вышло, хорошо, да, мне нравится. Еще до...
двоечку какую-нибудь бы мне с топ-деком. Ну ладно, тогда придется так убить. Да, сойдет. Это полиморф. Самый простой на свете. Ну, с этим можно было бы и Flame Strike сделать. Окей, у него уже 15. А что заняться? Создание бомб делать? Нет, это я не очень хочу. Поднять щиты. Изи Flame Strike, изи вин вообще. Да вообще, все равно Flame Strike, изи вин. Ших. Шиха нету. Окей. Мне начать бухать? Я не люблю бухать. Нет, я, в принципе, вообще всегда пожал. И шмахтыться, поклоняться с удовольствием. Как же ему не поклоняться? Ну, такой момент, что... Не, я не могу оставлять единственный свой ремувал. Ну, будет очень плохо, если он через монетку достанет Долоран Аспиранта. Ну, прям очень-очень плохо. Прям ужаснейше. Да ну, это не... Да, это неправильно. Можно было бы змеёсток. Ладно, хрен с ним. Надо было змеёсток. Здравствуй. Свет защищает меня. Давай, Аски. Ну ладно. Тоже замедлится на третий ход, я его. Да, ему нужно меня убивать. Становится жарко. Халява. А так лучше.
Почему? Потому что он меня не сможет просто укусиком убить. Итак, я обоих уберу. А мне сейчас не, ну, не нужно, чтобы он кусался. Ну, хотя, не, нормально, но... Не знаю. Окей. И 3-2 еще достань. Ладно. Ничего страшного. Тебя полечил его, нет? Value. Теперь главное, чтобы вот его он не забафал. Это фигня вообще. Не страшно. Изи. Разменчик. Пятерочка изи. Флейм Кэнон не очень изи. Ну да, я не вижу смысла. Да, я могу его убрать с помощью Флейм Кэнона. Выстрел сюда, Флейм Кэнон сюда. Но не. Я он под Антона оставлю. Флейм Кэнон. Скорее всего. У меня 6-й ход есть. И 7-й. Ну, 7-й, кстати, не очень. Не очень наблюдаю 7-й ход. Да не, я могу просто Антону всегда под 7-й ход оставить. Окей. Вот. Убить, достать тебя. Довольно простой ход. Такие гадости аски писать. Если тебе это интересно, смотри «Свадебные вазы». И все, хватит. Там вот как раз то, что ты, тебя интересует. Да, фильм. Ладно, не брать. Такой, не то чтобы ход страшный для меня. Друиду трудно разобраться с большими существами, толстыми, как правило. Да, может быть у него мульчирование, но... Но его же не будет. Нет, не верю. Ну, еще может перевернуть и сделать БГХ. Но это еще менее возможная штука. Ошибиться было нетрудно. Это было глупо. Глаза всегда открыты. Какая встреча. Окей. Флэм Кэнон легкий. Ибо хочу я фаербол. Давай. Вот этого парня. Не, да, ему сейчас будет очень все тяжело и плохо. Даже если он как-то свайпом уберет мне Антона, вообще ему пофигу. Потому что 4 мана против Огра, что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь.
Наверное, я даже. До Звинга еще хода нету. А на следующий ход я могу пиробласт уже запустить лицо. Окей, окей. Правда, меня пиробласт не спасет, да, по-моему? Печальненько, ну ладно. 7-6. Так разменяться. Этими семерочку пробить. Интересно. Ну, к двумя просто. Так, так. Нет, не нравится. Я хочу по-любому же, конечно, 10 ему оставить. Уже сейчас. Да, тут такое. Здесь можно было что хочешь, на самом деле делать, потому что в любом случае я уже выиграю, но просто я пытался найти все же самый-самый правильный ход. Значит, вариантов здесь в любом случае очень-очень много. Вот. Тут вроде под Flamestrike подставляю и под и вот этого парня и вообще. Все возможные камбэки. Сыграл вокруг вообще всего. Неплохо, неплохо. Это тоже неплохо, потому что тройку у меня мало, и тройку я по-любому оставлю. Вообще не очень хочу тройку доставать на второй ход, поэтому мне желательно двойку. У меня двойки. Я не против Flamestrike. Да, на второй ход я с удовольствием выстрелю, если он достанет 1-1. Прям вообще элементарный выстрел будет. Ну и так тоже выстрелю. Девочка. Да нет, давай. Okay. Это идеально подходит против. Гейншаттер Санклерка или... Нет, самое плохое, если будет там... Как он называется? Blessing of Kings. Так. Это будет очень плохо. Скорее всего, я проиграю. Все остальное ерунда. Даже Трусильвер, ну ладно. Трусильвер плохо, но сойдет. Если же он просто что-то достанет, то ему... Особенно Йети. Ему вообще беда-беда. Ну, а будет щит. Нет, цвета не будет. Окей. Окей. Я не против. Две карты разменял на одну, я рад. Никто не должен увидеть. Бах. И все. Ладно.
Так, в такой момент я по-любому, конечно, так вот бьюсь. Я могу достать через монетку служительницу солнца, но монетка, она, конечно, мне очень ценна. И, может быть, я лучше выстрельну и достану вот этих вот ребяточек. Да, мне кажется, это более правильный будет ход. Окей. Убьешь меня, девочку? Ну да. Рыбал. Так и так я теряю. Правильно? Ну да. Ну, я, конечно, оставлю мановирма. Ну, ладно, черт с тобой. Не люблю я его озвучку. Че такой? Мендоски. Наверное, я Flamestrike на две карты сделаю. С другой стороны, я могу сделать просто Валкера и особо не париться. Могу сделать ударить так, плюс выстрел, ну, тоже такое. Да не, давай Flamestrike. Пофигу. Лицом. Надеюсь, у нее не будет сайленса. Окей. Кракен. Я мог сделать на самом деле Антонидаса монетку, выстрел сюда. Это был бы на самом деле хороший ход. Остался Антон против Аркмана. Ну ладно. У меня есть большая буря. Я сейчас это сделаю, я понял. Хотя и по сути никуда уже. На фаербол, блин. Я могу так убрать и не знаю, что еще делать. Да не, давай. Окей. Пускай убивает. Грязь. Грязь, ну ладно. Ну хотя что, я могу вообще фаерболами сейчас раскидаться, все. Практически все. Бах тебя. Выстрел сюда, удар сюда, удар сюда. Можно было бы, конечно, его ударить, но фаерболом бить, что вроде как бы огр может промахнуться, но мне наплевать.
на этот размен. Я и так из Антона вытащил больше, чем вообще возможно. Вот, и все равно. Здесь я, наверное, опять же сыграю по безопасности. Да, 3-2 и 4, давай. Вот он идеальный ход. Всем. Что приказание? Бабах.